Ну и всем привет, и с вами, как всегда, Никлэрис26К. Сегодня мы поговорим о моем сериале «Скибиди Чики». Так вот, мы сейчас дойдем до 30 серии и до, ну, от тире 28 и 30 серию озвучим. Ну, мы погнали. Первое. Мы поговорим про 28 серию. В 28 серии должен появиться камерамен Титан. Второе. Там должен быть спикер Титан. А в третьих, я не знаю, будет ли там все это. Но я говорю то, что я хочу увидеть там на своем канале. Попрошу друзей, чтобы помогли мне снять видео. Ну, помогут, если что. Так что ждите. 29 серия. Я скажу, что скибидисты побеждают агентов в этой серии. В описании будет написано, что камера Чикины проигрывают. И в описании будет написано под этим видео, кстати, что там название всех титанов и камераменов. Так что вы поймете, как они их зовут. Так вот. Там должен появиться, ну, никто. Там будут сражаться агенты против скибидистов. Так что вот. Вы, наверное, поняли? Вот я хочу это увидеть. Если, конечно, я скажу друзьям, чтобы они делали то, делали это. И мы можем снять хорошую серию. Второе. Ну, в описании я напишу под этим видео, что какие серии будут эпичными. Сейчас не буду говорить, но в описании будет написано, что какие серии будут эпичные. Так что сами посмотрите. Короче, там должны просто дерутся агенты, скибидисты, и камерамены погибают, потому что я же сказал, что агенты будут проигрывать в это время. Ну вот. И последнее. Моя решающая серия, 30-я, будет самой эпичной пока что. Наверное. Там будет битва Джумена. Кстати, в 20-й вроде серии Джумен был не настоящий, поняли, да? Так вот. Он был настоящий, я не вру. А он был не настоященький. От лица камерамена Титана мы наблюдали. Мне бы читера в этот сериал. Реально, мне читер нужен, чтобы мне помог, чтобы он был большим. Быстро бегал, чтобы там передвигается. Например, как Астер кто-то будет. Там он за секунду будет вау-вау. Мне нужен читер для видео, где будут появляться Астер. Например, вот. Там же в последней серии 22-й там было показано, что там был Астер, и там был Дракон, камераманов, и вы поняли, Астер то ли это. И мне, ну, он был не быстрый. Мне бы быстрого какого-то читера, чтобы у него был читы Ларри Хакер, чтобы можно было, ну, вы поняли, он мог быстро передвигаться, большим становиться. Вот мне нужен большой, потому что это для титанов, да. А вот маленькие, но быстро передвигаются, вот это мне для Астра. Или большие передвигаются быстро. Вот. В 30 серии будет битва 5 против Джумена. Потому что мы уже... Еще с какой серии мы не видели Джумена? Я уже не помню. Ну, видели фейка Джумена, но настоящего мы не видели. А, фейк это не считается. Так что Джимена мы уже так долго не видели. Так что решаю, ну, добавить его в 30-ю серию. Будет битва против него. И решающий вопрос. Умрет Блэк Спикер. Да. Вантузмен живым. Потому что там будет Вантузмен в начале серии. И там в конце серии Блэк Спикер будет. И там потом... Наш Джумен стреляет в Блэкспикера, Вантузмен уворачивается.
И в Блэкспикера попадает. Инфа про серии. Вот. То есть конец происходит Блэкспикеру. Больше он не жив. Потому что я устал возрождать каких-то персонажей. Я не хочу, тем более. Потому что вот. Я не хочу возрождать. Вот. Так что давайте. Скоро видео к концу подойдет. Ну ничего страшного. Еще успеем поговорить. Ай. Удавился. Больно. Ну ладно. Продолжаю видео. Серия будет эпичной. Всем пока. До скорых встреч.